23 ноября 2016 года на базе кафедры основ конструирования механизмов и машин прошел всеукраинский семинар, посвященный автоматизации работы библиотечных служб высших учебных заведений. В ходе семинара выступили специалисты ООО «Украинский фондовый дом» и представили готовые программные решения собственной разработки на базе автоматизированной информационно-библиотечной системы ОФД-библиотека, предназначенной для комплексной автоматизации деятельности библиотеки. В процессе профессиональной дискуссии между специалистами ведущих вузов Украины участники семинара единодушно поддержали мнение о насущной необходимости создания интегрированных межинституциональных систем каталогизации и учета информационных ресурсов учебных заведений, что однозначно будет способствовать интенсификации научной деятельности ученых Украины.